Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте. И, короче говоря, сегодня я, как обычно, хотел продолжить ломать вот этого вот гигантского Нубика, состоящего из лаки-блоков. Но около него появились новые охранники, которые его защищают, вот. И, короче, ребята, я вам в прошлой серии говорил, что позову своих друзей-нубасов, и я это, наконец-то, сделал. Вот они, короче, они почему-то пришли только в трусах, они какие-то вообще странные. Но, короче, теперь нас трое, и я надеюсь, что мы эту дурацкую охрану сможем уничтожить, и я наконец-то смогу поломать этого гигантского нубика из лаки-блоков. Поэтому что ж, голые нубики, пойдемте за мной, сейчас я вас приведу к этим дурацким злым нубам, и мы им покажем, да ведь, ребята? В общем-то, давайте нападать на них. Привет, чё, вы по-прежнему такие же злые? Да, смотрите, они уже бегут драться с нами. Ну всё, сейчас вы у меня получите. Кстати говоря, у меня также есть вот такая вот крутая зелька отравления, поэтому получайте, нубасы дурацкие. О, блин, я случайно в себя ее кинул. И, а где второй нубас? Не понял, а почему ты один остался? Ребят, они, походу, уничтожили одного моего друга нуба. Вот ведь пипец. Ладно, давайте подберем мотыгу и покажем им здесь, кто самый главный. Получайте. Просто пипец, почему они такие сильные? Почему? Ребята, они уничтожили моих друзей. Пипец какой-то. Я опять остался один, а их по-прежнему осталось трое. Это просто что-то нереальное. Ух, как же я надеялся, что мы все-таки их сможем уничтожить. Но у нас как-то вообще это не получилось. Ух, ну ладно, давайте мы тогда возьмем мои блоки и попробуем от этих нубасов куда-нибудь залезть. Например, на этого нуба гигантского из лаки-блоков. Да, мне кажется, это очень хорошая идея. В общем-то, давайте мы куда-то вот сюда залезем и поломаем лаки-блоки прямо вот здесь. Открываем первый. Так, какая-то непонятная штука заспавнилась. Нет, она мне, к сожалению, не нужна. Мне нужно какое-то оружие. Вот, оружие реально мне очень сильно нужно. Ух ты, нифига себе, зомби-мутант заспавнился. Нет, ты мне тоже не нужен, поэтому давай проваливай отсюда, какашка. Ты все равно меня не сможешь ударить, потому что ты застрял в этих лаки-блоках. Ха, лошара. Ну все, открываем дальше. А, не понял, это что, ловушка? Я так и знал, блин. Жалко, у меня не было блоков, чтобы там закрыться и не умереть. Ух, ну ладно, пока что эти нубасы, охранники, меня не видят, поэтому давайте мы вот так вот... О, ух ты, что мне выпало? Ребят, смотрите! Это же золотой меч! Ну все, сейчас вы у меня, дурацкие охранники, получите! Раз, два... Интересно, они сильные? У них, конечно, одета эта самая золотая броня, это вообще, конечно, полная жесть, но думаю, я все равно с ними справлюсь, поэтому давайте до конца их уже уничтожим! Да! Одного нубаса я смог все-таки убить, поэтому давайте добьем второго и, в общем-то, наконец-то будем спокойненько ломать лаки-блоки. Ух, как же я рад! В общем-то, сегодня я также хочу сходить к этому нубасу, который живет вот в той голове, помните, да? Он там, короче, всем управляет, он самый главный. О, нифига себе, скелет на лошади какой-то! Ой, нет, ну-ка я лучше отсюда убегу! Ой, не понял, здесь еще какой-то нубас остался! Ребята, это просто какая-то жесть. Ну ладно, у меня как раз-таки есть какая-то зелька прикольная, поэтому давайте мы ее выпьем. О, да, мне далась эффект силы, а также невидимости. О, теперь этот дурацкий нубас меня не заметит. О, не понял, как он меня видит? Я же в невидимости нахожусь. Это вообще какой-то читер, нубас, дурацкий, все. Я с ним наконец-то расправился, поэтому давайте будем... О, не понял, это что такое? Это опять какая-то ловушка. Она мне, кстати говоря, уже не раз попадалась. Да. О, волк, прикольно. Да это же моя собственная собачка. Да, мне такая уже выпадала. И это очень крутая штука, потому что она меня теперь будет охранять.
охранять и, в общем-то, защищать. Да, о, не понял, что это такая за комната, ребят? Тут все какое-то темное и это вообще пипец какой-то. Нужно отсюда быстрее выбираться, пока я не умер. О, нифига себе, это кто такой был? Да ну нафиг, это какая-то реально непонятная штука мне спавнится, поэтому давайте поломаем лаки-блоки. С другой стороны, хопа, о, нифига себе, смотрите, что я наделал. Я, короче, этого нубаса просто наполовину сломал. Не понял, о, нифига себе, вы это видели? На меня, короче, напал злой кролик, но мои домашние собачки его смогли уничтожить вовремя. Вот это, конечно, крутяк. И вы только на это посмотрите. Сюда, короче, свалился этот самый злой нубас, и он, походу, сейчас будет со мной сражаться. Я почему-то в этом уверен. Да, смотрите, он уже ко мне бежит, и сейчас мои собачки с ним точно расправятся. Вы только на это посмотрите, как они его круто уничтожают. Да, вот это, конечно, хорошо, что мне выпали собачки. В общем-то, пока они с ним разбираются, я, пожалуй, буду ломать лаки-блоки. А ну-ка, мотыга какая-то крутая. Да это же мотыга на страту 5. Не понял, а, ребята, он уничтожил моих собачек. Ну все, сейчас ты за это получишь. Я вообще не понимаю, почему этот нубас какой-то бессмертный. Я реально уже ударил его 100 миллионов раз, а он до сих пор не умер. Это просто что-то нереальное. Ух, даже я уже пробовал звать своих друзей нубасов, но это тоже не помогло. Я просто уже не знаю, что мне поделать, ребята. Как вы думаете, как его можно уничтожить? О, ловушка! Это ловушка! Блин, так и знал! В общем-то, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как мне можно уничтожить этого дурацкого злого нубаса. Думаю, вы все знаете, просто я реально уже не понимаю. У меня уже нету идей, поэтому давайте открывать лаки-блоки. О, ТНТ! Нет! О, нифига себе, как я подскочил высоко! И вы посмотрите только, что стало с этим гигантским нубом из лаки-блоков. Он просто весь поломался, и теперь вообще непонятно, как выглядит. Вот это просто пипец, конечно. Ух, ну ладно, открываем дальше тогда эти самые лаки-блоки. Так, у меня есть броня, это очень хорошо. Осталось найти только какое-нибудь оружие. О, нифига себе, это что такое взорвалось? Ух, просто пипец. Кстати говоря, почему меня ударяют и кто это делает, я вообще не понимаю. Ну ладно, короче, я бы хотел сейчас из лаки-блоков выбить какие-нибудь обычные блоки, построиться на самый верх этого нубаса и поломать вот этих голубеньких лаки-блоков, потому что они реально очень крутые, я это уже знаю, поэтому давайте мы постараемся, например, вот из этого лаки-блока выбить блоки и построиться на самый верх. А ну-ка, так, это не блоки, это тоже не блоки. О, нифига себе, ребята, вы только посмотрите, мы полностью разломали этого нуба, и это просто пипец какой-то. И, кстати, где я вообще нахожусь? Нужно быстрее отсюда выбраться и... Офигеть, от этого нубаса остался всего лишь какой-то глаз и половина рта. Это просто жесть какая-то. Ух, ну ладно, давайте мы тогда попробуем уничтожить этого дурацкого нубаса злого. И, может быть, хотя бы на этот раз у нас все получится. Получай! Блин, нет, он нас опять уничтожил. Я просто уже не понимаю, как мне уничтожить... Не понял. Ребят, вы это видите? Этот гигантский нубас из лаки-блоков опять восстановился. Вот это жесть. Как это вообще произошло? Я вообще ничего не понял. Но это очень хорошо. И, кстати говоря, у меня в инвентаре также появился этот самый Ender Pearl. Поэтому давайте мы его тогда закинем на голову к этому нубику. Вот так вот раскопаем эту шерсть. И, в общем-то, кстати говоря, у этого нубаса, который вон там вот стоит в этом доме, есть какие-то сундуки. Интересно, а что в них лежит? Не понял, они пустые. Офигеть, у него в голове, где он живет, ничего нету. Но он, конечно, дает. Ну ладно, я все равно хотел поломать вот этих как раз-таки голубых лаки-блоков.
Не понял, меня опять какая-то ловушка убила, да сколько можно? Ух, как же меня эти ловушки уже задолбали, сколько можно? Они мне просто миллионами раз выпадают и все. О, не понял, а это еще кто такой? Ребят, это какой-то Стив в золотой броне, точнее в алмазной. Получай, какашка, иди отсюда. Че ты ко мне вообще пристал? Лучше бы этого дурацкого нубаса уничтожал, а не меня. Вообще пипец какой-то. Ух, ну ладно, открываем дальше. Так, какой-то лук выпал, но лук мне тоже вообще не нужен. Вот, о, нифига себе, я опять разломал этого гигантского нубаса и... Не понял, ребята, их стало двое. Теперь меня будут уничтожать сразу два этих гигантских злых нубаса. Что за фигня? Ребят, я на такое не подписывался. Это просто что-то нереальное. Ух, я и с одним не мог справиться, а теперь их двое. Это просто пипец. Получайте своим шариком. О да, это было круто. Но они все равно почему-то не уничтожаются. Офигеть. Короче, ребята, обязательно пишите в комментариях, как их можно уничтожить, потому что у меня реально вообще больше не осталось никаких идей. Я с ними продолжу сражаться в следующей серии, а пока уже на этом буду заканчивать. Вот, привет, котик, как дела? С вами был я, Нубик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте подписываться на мою страницу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Всем пока!